Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами виделись уже год назад на конференции США ITROCS, когда говорили о проблемах, достижениях и просто о рынке социальных игр тогдашних. Прошел ровно год, и, честно говоря, тот рынок социальных игр и рынок сегодняшний – это две совершенно разные вещи. Если в прошлом году мы много говорили о проблемах пиратства, то, скорее всего, в этом году мы будем больше говорить о том, как выпустить на рынок и раскрутить качественный продукт. То есть проблема качества будет стоять на первом месте. С другой стороны, одним, наверное, из самых интересных вопросов, которые можно обсуждать в этом году, несмотря на то, что конференция называется США ITROCS, будет рынок мобильных игр, куда многие разработчики, в том числе и российские разработчики социальных игр, уже начали выходить и добиваться определенных успехов. Поэтому я уверен, что в этом году нас ждет очень интересное мероприятие с кучей интересных дискуссий, куда я, собственно, всех вас приглашаю. До встречи на США ITROCS.